календаре 29 августа. Сегодня группа «Репродукция» вновь шумит в сквере у ДСК. Иду, значит, я туда, на точку нашего выступления. Вот и прибыли. И по большей части приходится смотреть ролики или читать письма. Игрок не может сознательно... Тетенька, шшшш, молчи. Это типа влог такой, этот следующий, да? Про чего? Это мы с Дышенцей сидим. Вот. Почему? Я сейчас объясню, почему. Потому что недавно был, лечился в городе Иване. В психдиспансере. Хомячина. Вот. Подло вред. Вот, лечился. И там встретился с такими охуительными людьми. Без всякого понтов, самолюбия и туда-сюда. Просто в жизни таких не видел. Называется психиатр. Перестань тут. Вот эти вот стойки для нормальных вокалистов. Это, короче, для меня. И Павел Николаевич Сулан Матников. Угу. Такие люди вообще, это супер. Дай бог вам, с одной стороны, познакомиться с такими людьми, но с другой стороны, не встречаться никогда с такими крутыми лекторами. Особенно охота передать привет Насте, Веронике, Александре и Даше, металлистке. Вот. Они многовато, да, на тебя, баб. Вот сейчас вот Даша 100% смотрит это видео, этот самый, и слышит голос за камерой того человека, которую она защищала, блин, этот самый. И делала совершенно правильно. Даша, что еще хочу тебе сказать-то? Этот, я вот тут Дашу-то, которая за телефоном, ты ее не обижай. Нагло врет. Вот. А, Евгений, а вот вообще, ну, а что тут происходит? Почему мы опять сидим вот здесь? С этими... Кстати, меня тошнит от этих вот стен, вот серьезно. Птицы, что ты... Птицы? Да? Нет, ладно, ничего, но мой перфекционист, он просто умирает, видя вот шов. Я... Погодите. Шов, но где? Это психиатр. Евгений, психиатр у тебя. У тебя нарколог. Эта история уже умалчивает. Чё мы тут сидим? Вот видите, чё там здесь сидим? С гитарами сидим. Евгений гитару не так держит. Работаем над концертами акустическими. Это будут у нас тут юбилеи. Некоммерческого фонда «Дети ангелы», руководитель Евгения Бочарякова. Вот это вот тоже хочется сказать. Что-то сегодня вообще такой влог такой про людей, которые что-то делают, не пиздят, блядь. Вот, а делают дела, и так все так круто, блядь, и без всяких понтов, и без самолюбия, и тщеславия, и никакого у них нет, и все такое. Вот. Вот мы готовимся к юбилейному концерту этого фонда. Вот, что мы тут делаем с Дышенцей. Круговорот людей, ай, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами детей. Нас просто меняет местами, таков закон сансары. Круговорот людей. Все молодцы, кроме тебя, Евген. Коснулись веселье, как смерть, это жидкая отверть, но Иисус не зашел подарить рок-н-ролл.
После репы идем. Прорепетировали. Эти там пиликают. Евген, что скажешь? Все отлично? Отлично. Порепали, короче, сейчас. Новый год скоро. Всем мужикам оставаться мужиками, а всем девушкам, женщинам не стать тетками. Я видела по губам, как ты пытаешься сказать бабам. Всех с Новым Андрюха. Все равно нас, блядь.